мальчик, будет помощником под старость. И на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет членовичек, будет скидкой под шарманку, топать по дворам. Слезы видно. А что ж,
Маша Карабас. Вот тебе один затыльник. Вот тебе два затыльника. Вот тебе три затыльника. Вот тебе три затыльника. Не похожего на шутку. Остановись-ка на минутку. Здесь не спектакль, а просто какой-то балаган. Я тебе, куколы, бежать не дам. Погоди, не хуй, не кричи. Осторожно, мадам, не грузи. Я не бью тебя, беру не ругаю, а нарожку его обижаю. Внизу мадам сочинила для нас. Мы должны исполнить все сейчас. Вот я робот Анжелина, славный пудель Антемона. Каламбина и Мальвина, чатор мам, ну вот оно! Деревянный человечек, робот Алый Саша. Ты такой веселый, добрый, радостный, смешной. Для тебя пусть будет дома наш тетя родной. Очаг на стене, как картина. Скажи, где ты видел Буратино? У моего папы в коробке, когда только ревные корки. Ах, корочки, корки сухие, дарю тебе жизнь. Держи золотые, их ровно, сынов, здесь пять. Потом будешь считать. Беги себе в каморку, суши хлебную горку. Очаг на стене, как картина, какой подвернулся мне случай вернуть золотой ключик. Мелькают картинки одна за другой. Меняется их настроение. Посмотрим, как справится милый герой. Ведь впереди все приключения. Лягушечки? Ну, купи. Какая жирненькая. Ой, какая длинненькая. Ой, лягушки, привет. Thank you.
золотой. Тоже мне герой нашел. Да. Что болтать пустой? Знаешь, я кому отдать? Я уже не молодой. Папа, главное, простелил. И сына для себя. Ой. Валерек тут добр и бил. Это знаю я. Ладно, ладно. Надо срочно все рассказать. Мадам Карабас-Барабас. Пойду заложу вещи. Все быстро. Ишь, проказник Буратино, побежал домой в припрыжку, кулачки сжимая деньги, он мечтал, что купит книжку. Только вечер наступил, книжку Буратино не купил. Всем ребятам ясно, гулять вечером опасно. Вот и наш повстречал герой, грабители по пути домой. Было так обозрено, и прекрасные лесникалисы, а жаль в рот, хвостура и дурака. Танцуем, Спасибо, мальчик.
Приказ! Ой, побежали за ней, выполнять приказ! Приказ! Стоп, она не попала! Ой, она не попала!
я покажу. Я показала! Ключик вот! Где попугай? Милые куклы! Милые куклы, меня подождите, сказку с собой возьмите. И нас, подождите, и сказку с собой возьмите. Ну, хорошего, ведущего. Добрый ключик золотой, с детства связан он с мечтой. Открывает ключик дверцу, в добрый путь, от сердца к сердцу. Давайте все вместе скажем. Раз, два. Сейчас мы полностью скоро будем.